Добрый день. Я хотел вот узнать, отправлял давно заявку 40-422-17-422. Вот. Она, наверное, написано, что до сих пор находится в работе. Вот. И хотел узнать, когда получу ответ. Там заказывал, соответственно, сведения о правах на объект недвижимого имущества. Уже как бы жду письма, никакого письма не пришло. А вы не писали обращение помощи и поддержку? Нет, еще не писал. Вот первый раз Вам звоню. нужно было сразу написать. У вас срок исполнения уже давно прошел, 27 августа. А что это означает Под... срок? Это когда должны отправить письмо мне, да? Да, у вас 27 августа вы уже должна быть доступна выписка для скачивания. А где ее Почему вы посмотреть? писали? А где ее Ну, у вас посмотреть? она еще до сих пор находится в работе, в статусе. Работа Ага. сама не пропускает. Ага. Возможно, если вы Нет, я хотите. просто заказывал в виде бумажного отправления, чтобы мне пришло по бумажной почте. Вот. А там еще параллельно ссылочка, Бумажным что ли? отправлением, да? Да, бумажным отправлением. Тогда прописывайте, что вы подавали запрос в электронном виде. Вот провести по сайту, где сформировать, потому что это электронная заявка. Тут вам самостоятельно нужно писать обращение помощи и поддержку. А есть Если вы возможность хотели, чтобы по вас приняли. телефону зарегистрировать обращение? Может, мне сообщат номер какого-нибудь почтового отправления регистрационной? Идентификатора, Да. но она до сих пор в работе, ваша заявка. Если бы она была выполнена, я понимаю, тогда бы нужно Ага. почтовый отдел. Ну, зарегистрируйте, пожалуйста, обращение, что вот нужно ее как-то ускорить. Что заявка не обработана в установленный срок? Ну да. Но это электронная заявка. Вы самостоятельно можете написать это обращение А на сайте службы можете мне на помочь? рассмотрение тоже. Не поняла вас. А можете мне помочь оформить эту заявочку? Хорошо. Вы сейчас на главной странице сайта? А, так, сейчас, не знаю. Ну, давайте на главную зайду, да, зашел на главную страницу. Вниз с главной страницы опуститесь. На синем фоне будет помощь и поддержка. Да, помощь и поддержка, да. Выбирайте сроки выполнения заявок. Срок выполнения заявок выбрал, да. Заявка, поданная на сайте, не выполнена в установленный срок. Так, да, нажал, да. Дальше что? Далее выбираете тематика 6 или 5. Кроме заявок, связанных с регистрацией прав, сроки обработки заявки прошли. На адрес электронной почты не пришло сообщение или заполнение. Заявка на портале в статусе в работе. Так, сейчас, ага, документы недоступны для скачивания. Так. Ага. Так. Дальше, значит, описать, отправить запрос в службу поддержки. Значит, это здесь дублирую, да, всю информацию по объекту недвижимости. Так, Московская область. Данные указывайте, номер заявки обязательно нужно указать. Ага. И вписывайте проблему, что вы запрашивали в виде бумажного документа почтовым отправлением, но ваша заявка до сих пор не поступила письмо о ее выполнении. Вас Ага. интересует, когда заявка будет выполнена Хорошо, и сейчас, направлена секундочку. вам по адресу. Можете указать почтовый адрес, по которому должны были получить заявку. Так, сейчас, секундочку. Дело в том, что там же это же платная услуга, да? Как бы я 400 рублей заплатил. Я понимаю, но мы не можем, Так. как информационная служба, мы более полную информацию не видим. Может, Сейчас. она уже обработана, а система не обновила таких сведений. Может, еще не обработана. Мы пока видим, что она в работе. Так, сейчас, так. Ладно, хорошо, спасибо. Если будут вопросы, я Спасибо, тебе что перезвоню. звоните. Всего доброго. До свидания.